Sì, sì, siete belle, belle. Grazie a voi. Парни между собой обсуждали, неужели мы такие красивые, что нас нужно фотографировать, а в данный момент они подписываются на мой канал. Здравствуйте, мои прекрасные зрители, мы с вами находимся в Ровиго, но сейчас мы перенесемся магией монтажа в Феррару. Феррару, потому что я там очень много всего интересного увидела, хочу вам рассказать и показать, и да, мы сегодня будем гулять Феррарой, смотреть на витрины Феррара. Но сначала мы посмотрим на витрины Падуи. Я не сразу сориентировалась. Итак, я нахожусь перед витринами Марина Ринальди. Очень мне понравился этот белый комплект. Это рубашка, заправленная в юбку. Юбка с накладными карманами, но заслуживает отдельного внимания. Черные аксессуары. Я бы раньше очень удивилась, если бы кто-то мне сказал, Яна, к белому хлопковому платью, хлопковым брюкам комплекту, хлопковой рубашки плюс хлопковые брюки именно белого цвета идеально подходит черная гладкая кожа. И это действительно так. Я заметила это на съемках стрит-стайла в прошлом году, именно летних образов. Казалось бы, черная гладкая кожа традиционно у нас ассоциируется с зимними аксессуарами, с зимней обувью, но именно из черной гладкой кожи сандалии, сумки, ремни потрясающе смотрятся с белым хлопком. Фиолетовое пальто и белые брюки вы уже видели. Мы с Егором подходили к этим витринам, и вы, возможно, помните, что этот лук мне очень понравился. Для меня это красивый цветовой лук, а костюм, который вы сейчас видите на экранах, хотел обратить ваше внимание на зауженные брюки. Егор подумал, что мне именно этот костюм понравится, но нет, мои преференции на стороне белые брюки и фиолетовое пальто. Все очень просто, пальто самого обычного кроя, белые брюки широкие, прямые, но именно за счет цветов можно создавать потрясающе красивые образы. И вот еще одно преимущество красивых цветовых сочетаний. Красивые цветовые сочетания возможно собрать только из вещей, которые вы уже имеете в гардеробе. Потому что когда вы приходите в магазин и вам нравится, допустим, желтого цвета блузка, либо кремового цвета юбка, вы не можете предугадать, как это будет сочетаться с теми вещами, которые уже у вас есть в гардеробе, находятся на ваших полках, в вашем шкафу. Только прикладывая вещи друг к другу, можно понять, почувствовать, увидеть, что да, вот это самое то, это очень и очень красиво. Витрины этого магазина я очень часто вам показываю, это так называемый стиль ретро, все время забываю название этой марки, и внутри я снимала в Вероне, очень многим понравился этот обзор. И здесь очень часто применяют прием замкнутого образа. То есть крайний элемент в нашем ансамбле, допустим, обувь красного цвета, совпадают по цвету с самым верхним элементом в ансамбле. Это может быть даже шейный платок, это может быть красный джемпер. Все что угодно это может быть, главное, чтобы самые крайние элементы по цвету совпадали. Вот он, час X. Помните, я снимала на рынке в Ровиго. Сейчас вы увидите обувь, которую я видела на рынке внутри магазина. Вот конкретно эта обувь. Единственное, что на рынке мы видели, возможно, даже другие цвета. Здесь представлены салатовые, в том числе на рынке мы видели, если не ошибаюсь, голубой цвет. Это, возможно, даже та же самая марка, но совершенно точно та же самая модель. На рынке мы видели очень хорошую реплику мокасины Hermes. Здесь же мы видим очень хорошую реплику Валентино. При этом реплика действительно хорошая. Я держала обувь Валентино в руках. Единственное, что у Валентино не настолько блестящая фурнитура. Но на ногах подобная обувь будет смотреться очень-очень достойно, учитывая также тот факт, что она стоит не дороже 40 евро. И она при этом кожаная. Не уверена, что у Валентино есть именно такая модель. Я не очень хорошо знакома с ассортиментом Валентино, но в любом случае, если человек не сведущий такой же, как я, можно эту обувь на ноге принять за обувь Валентино. Это, безусловно, не самоцель, но это лишь в который раз показывает, насколько красиво можно одеваться в Италии за небольшие деньги, потому что вы видите, что вся обувь, она для Италии все-таки недорого стоит.
Всего очень много, глаза разбегаются. Снимать одно удовольствие. Я уже говорила, что мне стало очень нравиться снимать именно обувь в обувных магазинах. На второе место я ставлю сумки. Мне нравится делать обзоры сумок. Вот один из моих любимых цветов, цвет пасмурного неба. Мне кажется, уже многие поняли, насколько я люблю такой голубой цвет, как в одежде, в обуви и в особенности в сумках. Если будет возможность себе сумку именно такого цвета, я обязательно приобрету. Спортивная обувь сверкает и переливается, пайетки везде, пайетки повсюду, их очень-очень много, бахромы много. Бахрома присутствует уже в который сезон, также и в одежде. Вы могли видеть в начале видео жилет с бахромой, и в прошлых видео подобные жилеты тоже фигурировали. Бахромы очень много, и это не случайно. Мне кажется, бахромы много, потому что она очень эффектно смотрится. Традиционно марка Twinset предлагает из года в год, так же, кстати, как и Pinko, одежду с бахромой. В этом сезоне, кстати, Liviana Conti тоже предложила много изделий с бахромой. Показываю вам витрины своего одного из своих любимых магазинов Ferrara. Внутри этого магазина в прошлом году мне разрешили заснять. В этот раз я попала в выходной день, и все было закрыто, но витрины этого магазина традиционно очень красивые, одежда там очень необычная. Это прям такие магазины, которые я очень люблю, когда за выбором тех или иных вещей стоит прежде всего опыт и вкус человека, который, скорее всего, чаще всего этим магазином владеет, является владельцем, продавцом, администратором в одном лице. Широкие прямые брюки, либо даже палаццо и пиджак, этот силуэт набирает популярность. Я вижу его все чаще и чаще на витринах и также на стрит-стайлерах. Рубашка под пуловер – это всегда очень красиво. И вот они, витрины магазина, который тоже мне очень нравится. Он тоже находится в Ferrara. И опять же, здесь прямо-таки чувствуется вкус и выбор хозяйки. Внутри этого магазина я тоже снимала в прошлом году, и благодаря своим зрителям я открыла для себя новый бренд сумок, о котором потом рассказала более подробно уже во влоге из Лиды де Езела, так как получилось, что именно там находился монобрендовый бутик. В этот магазин мне очень хотелось бы попасть, потому что он очень красивый, и там очень красивый ассортимент. Костюм, еще раз костюм, он может быть брючным, он может быть юбочным. Юбка, как правило, все-таки в юбочном костюме вариация мини. Ну и также это могут быть бермуды, либо шорты. Очень красиво с шортами, я люблю шорты. И если джинсовые шорты не всегда смотрятся уместно в вариации мини в городе, то шорты и уж тем более костюм смотрится с шортами всегда очень-очень хорошо, и сейчас действительно есть выбор. Также очень много, кстати, комбинезонов, их много как никогда. Вот брючные костюмы, юбочные костюмы, костюмы с шортами, с бермудами, их много как никогда, и также очень много комбинезонов. Витрины этого магазина мы недавно с вами видели в Вероне. Хотела здесь обратить внимание на кимоно. Эти кимоно универсальны и очень популярны в Италии. Этот образ мы с вами тоже видели. Хочу показать вам, насколько у нас бывают грязные витрины. Мне прям-таки даже странно, все магазины открыты. Вот такие витрины в Италии просто недопустимы, немыслимы. Я первый раз в жизни увидела такие витрины во время и после локдауна в прошлом году. Это было очень удивительно. Это бросалось в глаза, и я тогда подумала, что когда витрины чистые, ты на это не обращаешь внимания. Кажется, что это какая-то привычная мелочь. А вот когда они пачкаются, а пачкаются они, по всей видимости, очень быстро, на них оседает городская пыль, ты это замечаешь сразу. Ну вот он, знаменитый тренч плюс розовая блузка. Наконец-то я вам покажу. Очень красиво, мне очень понравилось. У нас обещают повышение температуры. В ближайшее время я покажу вам такой лук. У меня есть розовая блузка, и я надену ее с тренчем такого цвета. Я думаю, что это будет очень красиво.
Витрина марки Falconieri, посмотрите, как интересно. Даже если брюки на резинке, они все равно имеют стрелки, слегка сужаются к низу. Это самая популярная модель брюк. И вот наличие стрелок на женских брюках, это очень характерно для Италии. Покажу вам мужские витрины, возможно, я их уже показывала. Но мне очень понравились магазины, именно мужские Ferrara. Сюда бы я привезла на шопинг своего мужа, потому что вещи необычные, компоновки очень свежие. Каких-то вещей ты даже в паду не увидишь. Здесь хотела обратить ваше внимание именно на подвернутый манжет. А в прошлом видео говорила, что рубашка под рубашку – это очень красиво. Посмотрите, мужские витрины всегда оформляются, ну, либо в большинстве случаев оформляются по принципу контрастности. Темный верх, светлый низ, либо наоборот, темные брюки, темно-синие брюки, обязательно будет светлый верх присутствовать. Покажу вам пиджак, это марка, на которую я обратила внимание, и розовый пиджак из видео, которое я делала из бутика в Падуе, он был этой же марки, это какая-то новая марка, и вы знаете, их пиджаки очень-очень неплохо садятся. Покажу вам, как я была одета в этой поездке. Вы знаете, я оценила наконец-то красоту пальто Мануэла, посмотрев на него со спины. Вот мне очень понравилось Мануэла на мне со спины. Как-то фронтально у меня есть претензия. Вот то, как сидит это пальто со спины, мне кажется, очень-очень красиво. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Возвращаюсь домой. С вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.